Здравствуйте, это еженедельная информационная программа «Стоп-кадр» на ТНТ «Онега», и я Ефим Овчинников. Сегодня увидите. В суде выяснилось о том, что Министерство здравоохранения не осуществляет ни закуп данных лекарств, ни обеспечивает данного ребенка лекарственными средствами. Юристы убедились в профнепригодности чиновников Министерства здравоохранения Карелии. Они уже современных методов не знают. Предвыборных кампаний, работают старыми методами, думают, что избиратель ничего не понимает, там как в 90-е годы. Грязные предвыборные технологии пришли в Карелию, то ли еще будет. Петрозаводск простится с музыкантом Лео Сивцом, он скончался на 51-м году жизни. И мы начинаем с новостей об изменениях в составе правительства Карелии. На сегодняшнем заседании о них рассказал глава республики Александр Худилайнин. Как заявил Александр Худилайнин, изменения в Конституцию Карелии вступили в силу. Скоро на согласование в ЗАГС Собрания будут внесены кандидатуры Олега Тельнова на должность премьер-министра правительства Карелии, Олега Арменина на должность министра экономики региона, Ирина Ахукас претендует на кресло министра финансов. Большое спасибо за работу сказали и отстранили от нее Алексея Максимова и Валентина Чмеля. Петрозаводск отметил годовщину присвоения почетного звания «Город воинской славы» за мужество, стойкость и массовый героизм. В 2015-м такой указ подписал президент России Владимир Путин. Вечная слава героям, павшим в боях за честь, свободу и независимость нашей Родины. Объявляется минута молчания. Присвоение Петрозаводску почетного звания города воинской славы долгие годы добивались общественные организации, ветераны, представители властей всех уровней. В Петрозаводске в скором времени появится памятный знак, а не так давно на съезде городов воинской славы решили создать мемориальный комплекс в Москве на Поклонной горе. Таким образом, о Петрозаводске, мужестве его защитников узнают все россияне. Мои корни, мои предки длительное время жили в Карелии, так сказать, мой родной дядя, брат отца, в честь которого меня назвали, похоронен здесь. Он погиб во время Великой Отечественной войны, поэтому, конечно, это касается и меня, и моей семьи. Поэтому, безусловно, я тоже очень горд тем, что наш город получил такое высокое звание «Город воинской славы». Целый ряд карельских политиков обвинили в том, что накануне выборов они подыскивают себе работу, якобы понимая, что снова за них никто не проголосует, и нынешние народные избранники останутся ни с чем. Некоторые парламентарии уже заявили, что это всего лишь грязные политические технологии, не более того. Сегодня политики, которые давным-давно уже не политики, в прошлом занимали какие-то политические посты, решили вернуться и работают старыми методами. Они уже современных методов не знают, предвыборных кампаний, работают старыми методами, думают, что избиратель ничего не понимает, там как в 90-е годы, и вот занимаются такими грязными пиар-кампаниями. Из нескольких источников мне стало известно, что это кампания Мазуровского. Вот все, что происходит. Либо вариант номер два, значит, попытка воздействовать на тех людей, которые идут на выборы для того, чтобы они пришли в те средства массовой информации со своими, значит, финансами, в которые подконтрольны данному товарищу. Вы же видите сегодня, что данная кампания не только в отношении меня, а в отношении моих коллег, которые сегодня на самом деле, как депутаты, зарплату не получают, а работают на своих основных местах и депутатством занимаются на общественных началах. Поэтому вот как раз такие люди, которые в принципе и нужны в парламенте, да, не просиживать штаны за деньги, значит, а работать и одновременно заниматься общественной жизнью. Вот таких людей хотят, наверное, как-то выбить из седла и самим вернуться из небытия. Хотя из небытия уже не возвращаются.
Юристы в очередной раз убедились в профессиональной непригодности чиновников Карельского министерства здравоохранения. В суде доказали, что тяжелобольного ребенка, девочку-инвалида, лекарствами обеспечивали не в полном объеме. Суд встал на сторону несчастной семьи, однако представители нашего Минздрава, внимание, решение суда будут оспаривать. Кто это? Баба. Кто это? Бог, правильно. Олеся Елисеева родилась с тяжелейшим пороком желудочно-кишечного тракта. Диагноз поставили слишком поздно, это привело к множеству осложнений. Постоянный страх, бессонные ночи, горы лекарств и капельница по 13-14 часов в сутки. Без нее ребенок попросту не может питаться. А еще борьба с чиновниками за то, что больной девочке положено по закону. Путин наш говорит, что деньги-то есть, а министерство наше, другое любимое, говорит, что денег-то у нас нету. На месяц ребенку нужно 150-200 тысяч закупить лекарств и расходных материалов, то государство нам, дай бог, половину вот это все оплачивает. Хотя должны они полную стоимость, согласно всем перечисленным законам. Врачи уверяли, что Олеся не выживет, но ее родители не сдались. Девочка перенесла множество операций в Петрозаводске, Петербурге, Германии. Как раз после лечения за границей мама Олеси и поняла, что с тяжело больным ребенком на руках она живет явно не в той стране. Кто-нибудь мне говорит про патриотизм, то же самое. И я не патриот своей страны. Родина меня предала, бросив с таким ребенком. Вот и все. В районах, вот периферия наша, это такой дурдом. Это одни обещания, одни отписки. И все. А действий вот грамулька. И то, если ты вот побегаешь, поорешь, там телевидение то же самое создаешь, жалоб кучу напишешь, тогда начинает шевелиться. У наших чиновников от Минздрава на подобные жалобы давно выработался иммунитет. Все понимаем, о проблеме знаем, но денег нет, и получить их не так просто. Данная лекарственная терапия, которая нужна детям, весьма дорогостоящая. И, к сожалению, при планировании бюджета на текущий год не всегда эта информация имеется для того, чтобы спланировать расходы. Так случилось в этот раз. Если вы знаете, может быть, вы знаете, на этапе, когда была возможность эта помощь оказывалась, потом, к сожалению, не удалось, потому что есть еще и другие дети и взрослые, которым необходимы определенные дорогостоящие препараты, и на них уже спланированы деньги. Перераспределить деньги, которые уже спланированы, достаточно сложно. Это значит поставить под угрозу лечение тех, кто уже начал лечение. Не выдержав издевательств, Ирина Елисеева решила подать на Республиканское министерство здравоохранения в суд. Ее делом занялась юрист Светлана Соловьева. В ходе процесса выяснилось, чиновники во многом лукавили. О том, что обязаны обеспечить ребенка-инвалида всем необходимым, прекрасно знали. Но до конца пытались доказать, что никому ничего не должны. В Петрозаводском городском суде уверенных в себе представителей министерства поставили на место. В суде выяснилось о том, что Министерство здравоохранения не осуществляет ни закуп данных лекарств, ни обеспечивает данного ребенка лекарственными средствами. Мы не говорим о специальном питании, потому что в последнее время, и мама, нам, когда к нам пришла, она нам сразу об этом сказала, питание специальное ребенку уже предоставлялось на тот момент. И опять же, это все было также не так просто и не инициировано нашим Министерством здравоохранения, а мамочки, мама тоже за это боролась очень долго. Она обращалась к президенту, мы знаем, она обращалась к Астахову. То есть это именно результат борьбы мамы привел к тому, что ребенок получал это специальное питание. 12 апреля представители Министерства здравоохранения будут обжаловать решение суда, который обязал их нормально работать. После этого известия в обществе снова заговорили о профнепригодности наших чиновников от Минздрава. По словам Светланы Соловьевой, они просто не умеют работать с федеральным центром, где деньги на лечение и реабилитацию детей-инвалидов заложены в бюджете. Самый первый пункт, который рассматривается при рассмотрении бюджета, это как раз инвалиды. Просто наши чиновники эти деньги не запрашивают. Вот и все. Поэтому эти деньги, как они говорят, не приходят и не выделяются. Но не выделяются они не потому, что они не выделяются и не хотят выделяться, а потому что их просто никто не просит. Деньги нужно просить. И когда чиновники просто открывают глаза и говорят, а как? То есть это говорит о том, что люди вот не занимаются, не делают то, что они должны делать.
Пока дела обстоят так, надежда только на себя. Ирина Елисеева продолжает бороться за жизнь и здоровье любимой дочери. Она уверена, еще и Верховный суд встанет на ее сторону. Ранее суд Петрозаводский уже постановил, что помогать ей с лекарствами и всем необходимым нужно начать как можно быстрее. В тесноте и в обиде на власть живут многодетные семьи Карелии. Бесплатные земельные участки им положены по закону, однако чиновники исполнять свои обязанности не торопятся, даже после решений суда. За помощью жители нашей республики обратились к депутатам от фракции ЛДПР в парламенте Карелии. Многодетные семьи Карелии подготовили коллективное письмо к депутатам ЛДПР с просьбой помочь им в неравной борьбе с чиновниками за положенные им по закону бесплатные земельные участки. Этот закон в республике действует еще с 2011 года, но, по словам обратившихся, работает он лишь на бумаге. Люди жалуются, что не могут получить от исполнительной власти, от муниципалитетов положенную им законом землю. Люди идут в суд. Суд поддерживает жителей республики, но ВОЗ и ныне там. Решение суда не исполняется. Жители республики не знают, сколько им ждать времени для того, чтобы получить свою законную землю. Закон не ограничивает сроки предоставления земельного участка, поэтому ждать приходится долго. Не предъявляются требования и к перечню участков. Всем этим, по мнению льготников, и пользуются органы местной власти. За время ожидания судебных тяжб некоторые семьи успевают утратить статус многодетных, а значит, лишаются права на бесплатную землю. А те, кому заветный участок все-таки выделили, разочаровываются быстро. Зачастую земля вовсе не приспособлена для жизни многодетной семьи. Нет ни дорог, ни электричества. Что именно мы предлагаем сделать? Обратиться в профильный комитет по экономической политике и налогам, рассмотреть данную проблему, возможно, внести какие-то подзаконные акты, которые будут прописывать конкретные сроки выдачи земельных участков. Второе, что мы предлагаем, обратиться к главе республики, подготовить сайт с общей базой данных всей земли по всей республике. Где какая земля занята, где какая-то свободна, где земля, которая требует межевания. Более того, земля должна быть подготовленная, то есть иметь дорогу, иметь электричество, ну и, конечно же, питьевая вода должна быть тоже обеспечена. Депутаты ЛДПР уже подготовили обращение в адрес главы республики и своих коллег по парламенту. Многодетным семьям остается ждать ответа на предложение либерал-демократов. На съезд в Петрозаводске в очередной раз собрались машиностроители. Сейчас, в условиях кризиса, их союз играет важнейшую роль в жизни предприятий республики. В этом признаются сами руководители. Нередко с молодыми и талантливыми специалистами они знакомятся именно с помощью Союза машиностроителей. Машиностроение в крайне непростых условиях. Нестабильность, попытки изоляции России, поэтому сейчас курс на импортозамещение. Другого выхода попросту нет. Без экономической независимости едва ли придется говорить о национальной безопасности нашей страны. Именно поэтому Союз машиностроителей и работает с целым комплексом важнейших законов и законопроектов. В этой связи много законов принимается по инициативе Союза машиностроителей России в Госдуме. На уровне региона Республики Карелия мы также, значит, принимаем местные законы. Карелия на уровне России, она на слуху. Петрозаводск-Маш, по данным Министерства экономического развития Республики Карелия, производство увеличено за счет отгрузки оборудования для нефтеперерабатывающей промышленности для предприятия «Танека», также сталелитейное производство для предприятия «Северсталь». В динамике это прирост. Онежский тракторный завод в 2015 году выпустил автоприцепы 550 штук, что фактически является приростом к прошлому году. Восстановил свою работу судостроительный завод. Это заслуга этих предприятий. Это не заслуга общественной организации Союза машиностроителей Карелии и России. Но мы гордимся
достижениями предприятий Республики Карелия, и мы уверены, что импортозамещение направления по России, оно активно двигается и развивается. Мы пытаемся расширять свою сферу деятельности, пытаемся охватывать новые рынки. Здесь, я считаю, помощь Союза будет неоценима. На съезде машиностроителей Карелии переизбрали своего председателя. Им вновь стал заслуженный машиностроитель России Леонид Белуга. Он и его коллеги заявили, главная их задача – поддержка карельских и российских предприятий. Петрозаводск простится с Лео Сивцом. Известный музыкант скончался вечером 5 апреля. Ему было всего 50 лет. Лео Сивец ушел из жизни тихо, во сне. Как сказал кто-то из его друзей, так же тихо, как падают звезды. Печальная новость разлетелась молниеносно. Сивца все знали, он был одним из самых известных фолк-музыкантов Карелии. Играл в ансамблях Тойва, Кантеле, группах Талвисоват, Мюллерит. Со своей дочерью Ларин создал проект «Сивецкий союз». Его харизме могли позавидовать многие. Сивца любили, ненавидели, иногда даже опасались. Но не было никого, кто бы не признавал талант этого музыканта. Лео всегда для меня был с самого начала знакомства, с 87 года, когда мы работали с ним в ансамбле «Кантеле», таким интересным персонажем, каким-то таким самобытным, поскольку я учился народной музыке, а он, можно сказать, был воспитан на народной музыке в ансамбле «Тойвы», и когда мы с ним пересекались в «Кантеле», на гастролях, на концертах, то есть было чему от него поучиться в то время. Карелия, Петрозаводск потерял довольно талантливого человека, за эпатажностью которого скрывался довольно тонкий человек. Немножко эпатажность, может быть, иногда зашкаливала, но замечательный артист, шоумен, человек, которого будут помнить многие за его песни, за его музыку, за его йохико, может быть, в первую очередь. Обидно, что люди уходят в таком возрасте. Казалось бы, впереди еще столько должно быть хорошего, нового. Вот. Последний раз я его увидел, когда он выступал здесь, в Петрозаводске, вместе со своей дочерью Ларин в составе дуэта «Советский Союз». Вот. Там мы встречались, общались. После этого он мне звонил и даже говорил о каких-то планах о совместном сотрудничестве, к сожалению, которые теперь уже не осуществятся. Так что пускай земля ему будет пухом. Прощание с Лео Сивцом пройдет 9 апреля в траурном зале на улице Вольной с 10 до 11 утра. Пока все, это была программа «Стоп-кадр» на ТНТ «Онега», и я, Ефим Овчинников. Есть любопытная информация, наш телефон 592050, сайт tnt-onega.ru. Сразу после смотрите «Без посредников». До свидания.